А ученики второго класса этой же школы побывали на творческом вечере поэтессы Елены Морозовой. Встреча проходила в филиале Центральной библиотечной системы. Автор прочитала свои стихи, посвященные Байкалу, и рассказала об интересных моментах семейного путешествия. Во-первых, не каждый ребенок имеет возможность выехать с родителями. И выезжая, не все замечают ту красоту, которую нам сегодня предоставила автор Елена Морозова. Прекрасные фотографии. Ребята с удовольствием на это все смотрят. Стихи шикарные. Подобная встреча запланирована и на следующую неделю. Так, во вторник поэтесса побывает в гостях у студентов Ангарского медицинского колледжа.